Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу сделать обзор на мой трибук за 2017 год. Этот блокнот называется «Мой личный дневник на 3 года», это от производителя Эксмо, и сегодня я вам хочу показать, как я провела этот 2017 год. Если вы не знаете, что такое трибук, то я вам сейчас быстренько расскажу, чтобы вам была понятна технология. Это такой трибук, который вам надо вести 3 года каждый день. Вот здесь в самом начале есть такой пример. То есть есть 3 строчки. Первый год, второй год и третий год. Там ничего не подписано, были пустые страницы, и вы делаете как хотите. У меня есть несколько видео на моем канале, где я показываю, как я оформляю данный блокнот, и многие меня спрашивали, почему же я оформляю только вот эту полосу, да, а две остальные пустые. Потому что надо оформлять каждый день, каждый год. То есть можно потом будет, когда все закончите, можно будет посмотреть, что вы делали 1 января, например, 16 года, потом 17, потом 18. Можно вести этот блокнот по-разному. Можно просто что-то писать, можно рисовать, если у вас красиво это получается, у меня нет. А можно приклеивать фотографии, можно картинки, можно что-то еще. В общем, здесь просто ваша фантазия гуляет, и вы выбираете именно тот тип оформления данного блокнота, как вы хотите. Я хотела именно сделать в виде фотографий, и именно в виде вот таких полароидных фотографий. Кстати, как делать полароидные фотографии дома, как их распечатывать, как вообще я компоновала все вот эти фотографии. У меня также есть отдельное видео, внизу я оставлю ссылочку. Итак, у меня главная была моя цель делать фотографии каждый день, чтобы потом посмотреть через 3 года, да, что я делала в тот или иной день. Но не всегда бывает такое, то что есть фотографии на определенный день, поэтому я просто либо что-то приклеивала, либо какую-то картинку, либо писала. Также я старалась еще делать какие-то заметочки, чтобы не забывать, что я делала в этот день. Так что давайте сейчас вам покажу. Вот такой он у меня стал пухленький, как видите. Видно, да, вот это первое у нас получается год, а это пока у нас все пустое. И, скорее всего, сейчас просто включу музыку и пролистаю вам и все покажу. Где я покупала этот блокнот на Лабиринте, внизу также оставлю ссылочку. Думаю, они еще есть в продаже. И также, насколько я помню, там были разные обложки. Так что давайте приступать и всем приятного просмотра. Thank you.
Знаете, очень интересно пролистывать и смотреть, какой был твой год, вспоминать самые интересные события и понимать, что на самом деле год был очень насыщенный. И это был, правда, один из самых крутых, наверное, годов в моей жизни, не считая еще некоторых. Вот, так что я вам очень советую вести вот такие дневники. Не обязательно покупать такой дневник, можно с легкостью делать самому. Просто берете такую же тетрадку или блокнот, да, рассчитываете, чтобы вам хватило полностью на год, расчерчиваете и делаете все сами. А мне как-то было легче все-таки делать в готовом, так как если увидели то, что здесь постоянно были разные вот такие фоны, были где-то картинки, ну и как-то, не знаю, как-то удобнее, приятнее, наверное. Но если вы любите делать DIY все, то вы можете, конечно, сделать такое сами. Еще на типа такого есть маленькие блокнотики, где вы пишете только некоторые ваши моменты, да, то есть там, по-моему, 2 или 3 строчки дается. У меня был такой, но мне он показался не очень удобный, так как все-таки много приятнее смотреть на фотографии, нежели читать. И, например, даже сейчас, когда я пролистывала, я смотрела на фотографии, я вспоминала, что было в этот день, но я не читала. Вот, поэтому все-таки в фотографиях есть какая-то своя прелесть. Вот так что вот такое у меня получилось видео. Напишите, интересно вам будет, если я буду снимать оформление дальше вот своих дней, потому что уже ведь Новый год начался, новые дни, новые месяца, уже вообще март, а я только сейчас начну его заполнять, так как я хотела именно снять полностью только 2017 год. Вот, так что напиши, если вам интересно будет, то я, конечно же, буду снимать, потому что просто я не знаю, интересно это на самом деле или нет, потому что, в принципе, я просто приклею фотографию и что-то пишу. И, кстати, обязательным моментом, который я для себя сделала, это я всегда приклеивала дни недели. Я покупала такие скотчи на Али. Сначала у меня был вот такой, и это мы просто постоянный фаворит. К сожалению, сейчас почему-то он пропал, не могу его найти на Али. Это прозрачный такой скотч. Здесь имитация печатной машинки. Он у меня закончился. Потом через некоторое время я начала его приклеивать вот такие. Тоже на прозрачной основе, только здесь уже были разные цвета. Он у меня тоже закончился. Потом я нашла вот такие. Это я распечатывала сама. Просто такие маленькие на клеевой основе я делала. И вот совершенно недавно я получила вот такой скотч, он очень красивый, он также бумажный, но, как видите, он полупрозрачный, розовый и золотые такие буковки, тоже очень красивый, но я все-таки ищу вон тот и надеюсь, я его смогу найти. Все, на этом буду с вами прощаться, спасибо большое, что были со мной, что посмотрели это видео, до скорой встречи, пока-пока!